Да, заходит. И сразу выкинула. Да, дисконнект опять. Серф опять положил. Поиграли. Новую фишку искать просто, походу, уже. Кто там шипит так? 215-я база, ответьте. Серега у нас так шипит. А это Серега. Замутить его. Кто там вначале говорил, что 40 минут не будут работать? Я? Уже час не работаю. Нет, так это классика. Это классика дела, классика, как всегда. Да, у них в последнее время, если перезагрузка, то все, 40 минут минимум. Блять, а прикинь, так что-нибудь забагается, и ты когда ШМ сдаешь, получаешь 2 ШМа, да. И просто один ШМ. И потом мучаешься, что один ШМ на почте висит, а другой у тебя в кармане. Нет, а потом ты одеваешь в левую и в правую руку по ШМу, и похуй. А хуй ты оденешь, потому что ШМ уникальный. Нет, вдруг забагается, Сирус же непредсказуемый, блядь. Нет, ну уникальный все равно не багается, после ревуга у тебя приходит на почту. Ну, там сотрется уникальный и станет просто обычный. Ну, нет, ну это ты прям совсем розово смотришь. В каком моменте надо просыпаться уже, блядь? Заходите на игру, поиграем тут. Я просто на ШМ делал, ты каждый момент надо скринить, понял, чтобы, ну его нахуй, да? Понял. Ну, блядь, просто приходишь на арену такой, 2 ШМа достаешь, блядь, одна точно. Ручка, пиздец. Ну, тут же сундучки тебе на X2 добавили. Сундучок латонитом, может, ШМ был? Какой сундучок давали? Ну, на X2 переделали на 2.77 тринки. Не, на ДК-шку нужна была тринка, вторая ЗС. У меня 290 уже. В смысле, там сейчас за жетоны 277-ю тринку можно вытащить? О, хватит, да. Посмотреть. Мне там вчера три чешки выпало и колба хаймовская. Три чешки, блядь, нормально. О, там клык, да, может упасть, но с ним другого сына. Там на клык только может упасть. Блядь, никто не в курсе, блядь. Я так и не выбил себе, блядь. Клык. На клык падает по умолчанию, когда играешь в Сирус. Я могу понять, почему X5 недоступен, а почему X4-то недоступен, блядь. Там почему ломался. Апокалипсис, что ты тут прыгаешь? Хуй что делать? А что ты прыгаешь? А вы что зашли? Мелкий шкет. А ты кто у нас это? А, прейст. Первая ката, ой, я себе забрал. Вообще не угадал. Я вижу, что играешь это. Я вот только, блядь, вышел тогда от X4, я и забросил. Я раньше тебя забросил. Так я тут не играл сколько. Так я так вообще не играл сколько. Хуя, мне трыня выпала. Медальон лесной гадюки. Когда-то багнутая была. Да вот она неправильно, она не багнутая была. Нет, это сплетение, блядь, колец было багнутое. Она была не багнутая, а работала не так, как они ожидали. О, писюн скверноботов выпал. Так. Писюн скверноботов, потом хуёвый орган, потом чешка. Писюн, это заебистренько. Чешка. И клык. Клык на клык. За что эти покупаются сундуки? Баджи РБК. Мне, по-моему, дохуя. А где там же, да, в центре? Не знаю, у меня в особом здании. Ай, мы сегодня поиграем. Там тоже на танк, да, на ДД выбирать можно? Конечно. Я нажал через этот вход на X4 через прокси, и у меня вроде заходит. У меня вообще нету прокси, никаких выборов, ты чего не. Ну, через прокси-то заходит. Пинг в прокси, конечно, неприятный. Ну, у меня тоже зашло. Если ты вызовешь прокси-сервер, дропает.
Да Прокси это наебало, она. Просто краш. Надо, короче, клиент проверить просто, я все думаю. А такие тут 3 на X2, максимум 277, да, добавили? Угу. Максимум, нифига ты смотришь. Ну там сок АЗС, который с обычек, типа, ну они охуенные. О, я в рейде стою. У меня тут половина, у меня тут все 290, блядь. Нахуй не нужны. Ну, на офспек. На танка у меня бисовые тоже. Ну, по крайней мере, на то время были бисовые. Пустила и опять дропнула, надо пиздец. Блять, мне волю дало. Слишком нормально. Нахуй она сдалась, блядь, напала. Вы на X2 типа лутаете тринки эти? Да. Воля гер, блядь, напал. Лол, нахуй. Ну, один хули ДПС будет большой, блядь. Нахуй она нужна. У нас один челик, короче, с гильдии ливнул, говорит, ебать, я хочу волю на ретрика, говорит, ебать. Пиздец, и ливнул, нахуй. Потом с кровавыми слезами, да? Ну, пиздец, а там вары хотели, блядь, коты, роги. Говорит, заебись, Триня, охуенная, говорит, пиздец, говорит, она все проки охуенные, говорит. Давай, давай еще одну купим, ебать, надо дать. ЕРПБ статичная для ретрика. Слышь, мне тоже воля упала хэмов. Че, поиграли? Поиграли все, да? Да пиздец. О, заработал, ребят, входите. А, нихуя, выкиды сразу же. Турбо на X2 качается. Нахуй X2, X5. Ждать, пока они, короче, перенесут чаров с X2 на X5. Тогда можешь поиграть, может, наверное, будет. А, давай еще пойдем купим одну. Кто за заходи? Кто? С какого звания ЕПГП можно вводить? Чего не могу вести? Хотя нет, но она есть. Очень старая. С какого звания? Просто? Да-да. Значит, у меня попизденно пошло. Так, ребята, что, меня на замену посадили или что? Ну, нет, ты заходи на паладина, потому что он без этого. Либо так, либо никак. С паладина один остался, сейчас вспомню. В смысле, на все ИВК я просто мне с некоторых нужен, это... Скорее всего, да, но там может быть, какой-то босс, там типа Валик, что-нибудь посмотрим. А так, на чемпов 2 паладина обязательно надо, на этот, на Ануба тоже нужно. Ну, сильно заедет. Сожалею, качался макат. Ребенка и катался. Давай, Андрюха, вместо Джипси, Троянский. Не понял. Короче, этот клиент 3 минуты говорит, кикнет нахуй. А что за хуйня? У всех такая хуйня? Ты обнови клиент. Вот Рейвен Кадама. Я вышел из мира или меня вытянуло? Что залагало? Я живой? Что за хуйня? Лагает. Заходите. Да, 9 мегабайтов я обновился, все перезахожу. X-Raven. Ой, X-Freak, точнее, Бексиона. Гламур, Сацуны. Будрейвен. За эту хуйню даже поставок не дадут. Да и поставки бесполезны, нахер они нужны. Монетку крутить. Монеты бы сразу высылали, штук по 100 за такую хуйню. Что вы там, блядь? Делали. Заходишь в донат-магазин и нажимаешь разные, там только рекомендательный значок гильдии. Сань, ты заходи не на X5. Нет, я на X4, я вот в рейде. А, они типа сделали всплывающие окна. Как это хуйня называется? Спецпредложение, что ли?
Мне меню укоротили. И в особые услуги закинули. И сервисы тоже. И реагенты, и всякие задания. Но сервисы не работают. Там обновиться надо. Да кто что обновлялся? Лёня, Дэн из Морски, Гламур, заходите, блядь. Да заебали. Что вы там делаете? Ладно, потом обновлюсь. Я жду, пока все зайдут, я же заходил уже. Ласка тикает, блядь. Да сейчас будем тикать крафтом. Вы не переживайте, у меня фласка 40 минут, мы все равно максимум час еще тут будем. На Нубе не нужна фласка, надо. Да. А блокер кто я, да, сегодня? Что там у вас, блядь? Ты, Саня, проверил, что там за босс? Боссов не откатили, все нормально, лут есть? Нет. Фу, какой как отдышался. Короче, так чего на Будрейвен здесь? Так, я тут только у меня пишет, что у меня устарело все. Где? Так закрой проверки файлов X-Freak, это не обязательно проверять, и через ран запусти. Этот, знаете, я что сделал? Я ран вот этот вырезал с папки и открыл лаунчер, и он начал обновлять. И он, получается, и ран вот этот качает, и обнову новую, типа. А без того, чтобы не вырезать этот файл, он мне почему-то лаунчер не обновлял, хотя его закрывал-открывал. Попробуйте так. Нажми крестик, и внизу там, где иконки, тоже можно закрыть. Нужно закрыть. Да. Скажите, как подтвердить учетную запись, если нет у нас на сайте хуйня подтвердить? Ну, как это сделать? Похуй. Ну, в смысле, похуй. У меня... Ну, в личном кабинете открываешь и подтверждается там место входа, по-моему, так. Личный кабинет на сервисе? Личный, да, кабинет. Личный кабинет, заходишь, и там есть последнее место входа, будут внизу на странице, IP-адреса там будут написаны. Ты смотришь твой IP-шник, нажимаешь подтвердить. А вот последнее место входа, а вот подтвердить. Да, должно вроде это самое. Ну там типа должно Чё? Еще письмо на почту приходить. А письмо это... Короче. Тихо. Этот изморский X-Freak, закройте просто лаунчер, зайдите через ран, заходите. Так чего на Будрайвен здесь, да нет, быстрее. Пишите в дикте или скажите в комменте. Нет. Там, видишь, обнова не то, что просто клиент устарел, а там пишет, что через 3 минуты выкинет, поэтому надо стопудово обновить через 9 метров. Обновлять надо все равно изморский. Почему не робит? Ты зашел, сейчас кликнет или что? Что там тебе написал? Наверное, 3 минуты пишет. Ну делай, как я сказал, вот этот run, вырежи из папки, вставь куда-нибудь. Слышишь, вставь на рабочий стол его, потом закрой лаунчер, открой, блядь, и он у тебя будет качать 17 с чем-то мегабайт. Он блядь, будет новый run качать и обновить. Короче, тихо, Диморский. Этот. Галя, ты тут? Окей. Заходи еще тут. Последний друид. Эмобой, заходишь, да, нет? Если здесь. Вроде в дичи. Давай. Давай быстрее, до чего она Будрейвен. Нет, значит. Не вписывает. Блять, тут кого такие долгие, ёб твою мать. Всё, Галя, так чего она, заходи через паски. А можно сын? Поставьте карту Мудморского, Галю, Троянского, будем знать.
Кавка, заходи в рейд. Когда ты... Где обновляешься из морских? Ни одного друида не будет. Так ты его, блин, будет пизда бить, пизда тубить. Ой. Ничего страшного. Этот, Дексион, ну что там? Заходишь, да нет? Листья написаны там спалили. Уже обнова 10 метров 100 лет скачала. Женек, ты здесь? Видели, что они с Маладином сделали. Женек, ты здесь? Да, я здесь. Давай тоже, блин. Заходи? Да. Так, я подберу и туда зайду. Бич. Дексиона. Эмобой. Короче, пизду, не отвечает. Враска тут? Да, 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 я захожу. Давай, заходи. Заходи. Блять, у нас пачи охуенная просто. Пиздец, 7 ДКшников в рейде. А чё, ЕПГП у всех устарел, да? Да похуй, давай, заходи, заходи. Да сейчас, 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 я аддоны, блять, смотрю, включить, какие надо. Так времени просрали, просто жесть. Короче, в принципе, эти люди все были здесь. Так, для тех, кто с нами не был. Серега, будешь встанешь в центре, Коля, прыгай в ДДшника. Срача босса не двигать, все ДДшники вокруг креста разведоточились по 2 человека в рейнге 10 метров. Каст, который сбивается, старайтесь сбивать под конец. Будут появляться порталы, будут появляться пеньки. В порталы свечаемся, все бурты оставляем, вначале не сливаем, оставляем на пенек. И будем отдавать сейвы на пенек. Смойте Женька в Раску. Там дестройер завис. Да? Ну, на месте. Тот да. А кто будет танчить дестройер? Сейчас, сейчас зайду. Линет дропнулся. Он выдержит? Да. Два на пол. Это мало. Нормально. Так вот, появляется первый этот... пенек, все бурсты Геру под него максимально быстро слились, милики. Видите, у вас пол хп, отбегите от пенька, чтобы вас прохилить успели. Также РДДшники, как только появился пенек, сразу все, во-первых, сняли стак и сделали все по шагу назад ближе к щитам РД, чтобы вас не дамажил пенек. Саня, еще кого убьете? Из РДДшников, это еще одна, далее еще не. Блин, давай, Галя, заходи. Ну, о, пинг 4800 показывает. Это реально, подпилишь? Скибиди. А я еще буду под маской. Я еще буду, все равно не нужен. Так что... Понял. Хилл на под маской. В идеале... Да он сдохнет просто под маской. У меня 10 тысяч здоровья будет. Я же ссылка была, меня выкинуло нахуй. Вчера же выкинули. И страшно, я уже стою к нему войти. Ну, ну, я могу сдохнуть, у меня 4000 пинг показывает. О, без маски. Без маски? Я не пойду, Саша. Ну, заебись. Хорошо, в ссылка тоже туда не пойдешь, да? Завтра. Да похуй вообще. Ну окей. Не понял, блядь, какая-то опять пошла, не пошел, блядь, в этот сюда. Не хочу идти в рейд. Три минуты подошел, блядь, уже все. Я все спросил, пойдешь, не пойдешь, ну значит, окей. Ты не вижу, блядь, полк-то ли, блядь.
Зато на X5 все интересно пойти покачаться заново. Я не играю с ним, я ремонт занимаюсь. Я сейчас подбегаю к вам туда-обратно, бегаю и все. Ну, я специально создам персонажа, добавлю тебя в друзья, посмотрю это. Добавляй, ради бога. Окей. Гуэр, блядь. Вань, Галя, что там у тебя? Глючишь ты? У меня тоже. Серф лагает. Серф лагает, задержка. Вроде в чат нормально еще более-менее пишет. О, Галя, ты можешь пробовать? Нет, да, нет. Женек, тебе не хватает. Давайте просто пулим, да и все. Приста бафа нету. Блядь. А что, у меня у одного все на месте бегут, да? Да, лагодром лютый вообще. 300 пинг уже. У меня нормально с пингом. Да, бывает, что провисают просто люди на месте. Это, Паша, если надо, я могу на ШП зайти, чтобы не было... Слышь, там 249 ШП. Если, ну, ДК, семилик не нужен. Заходи. Куда, на ШП? Да. Так, я там ем, нет. Да. Так чай лючит? Меня вообще, вот знаешь, стоп-кадры, вы разлагались, так хоп-хоп, пробегали, я нажал еду, у меня опять зависло. О, разлагало. Если надо, могу спросить Сау, либо Эрдру, там 250 какой-то Эрдру. Не надо. Ну, либо Спаим. Сау. Блять, кого мы взяли? Пизда. Нет, чувак. Иди на замену. Хунган. Не посмотрел, блять, пиздец. Че он? Просто. Посмотри. Ну-ка. Есть 39-й, оружие 32-е. И так он 9к дает. Бисовый чел, блядь. Ты писал, написал людей, ну, бисовый. То, что у него реликвия уже стоит хорошая, вот это лайф. Знаю. Зато все камни алкашные. О. Почему? Вон в плечах есть. Ладно, два камня из всех. Не, то, что он нежить, это не слайд. Борода приходит. Меня вы на 18-19 месте. Я бы тебе дал хп за то, что ты его взял в рейд. 1200 бы дал. Короче, этот... Отлагали? Да. Вроде 1700 пинг стал. У меня 400. Нет, 1000. Ничего. Да это фальшивый пинг. Да похуй, да, я знаю. Сегодня мы точно отбивать пинг. Добивать не будем, оставим КД, убьем этого босса и следующего, наверное, и пойдем сегодня. Ну, давай. Больше таких людей в рейд пока брать не будем. Да, блин, не смотрел. Саня, я тебе сказал, что мы сразу делаем чуть-чуть в первом боссе. Кто там танчит у нас? ДКшник. Строил. Сумоните приста, пожалуйста. Приспи, сумонули. Поставь шкаф, блядь. Ну, хватит, дали 10 секунд назад. Челка-вителка. Поставь шкаф быстрее. Поставь уже.
Дальше посмотрим, сколько он даст. Выпей, Галя, хреновую фласку в обычную. А там два человека на шнурках играют, просто... Ну, да, там Галя и давай. Парень. Да. Ребятки, челку. А крикните на АП, пожалуйста, Лара. Так, у меня здесь только украшение на них, пап. Если буду сам. Мейсон, на АП крикни. Ух ты, не тратишься вначале. ДБМ не работает вообще. 8, 7, 6. Ой, блядь, у тебя хуище сильно. Ворота все сыграли? Радио прохните. Воксар выиграла, либо губы нажала. Скоро стаки на боссе будут. Приготовьтесь. Стаки быстро сняли. Кунгана прохильте. Офигеть, я завис. Твис. Больше того, я по... полоску бабам. Сам низкая выбежал. Через сколько там, Андрей? У меня вообще ДБМ не работает. 9. Кастуйте бомжей, Андрей, ты и... Не, строят. У меня много появляется сейчас. Статус сняли, где вы кстати, сыграли все по вулкану. Саня, массакру нажми. Мастера урный огонь. Мне абсолютно ничего не показывает. Юй выбежал. По големам, големов добили. И Ралию прохильте, приоритетом Ралия. Леня, отбеги, чтоб тебя не дамажило. Я отбегаю, пока не прохил. Молодец. Каст прошел. Почему? Да залагает, пиздец. Определенно, прохильте стаки, сняли все быстрее. Джанк выбежал. У меня зависло. Мне тоже периодически подвисает. По воротам все сыграли? У меня еще висит. Мавара прохил. Нехорошо, кажется, висит. Прошел опять. Руки выбежал, Галя. На следующих инферналах все ДКшники закастуете, бомжи. Блячка. И Геру можно не дать. Дай БР по мне. Два стака еще снимите. Как раз во время стака. Ху, я отлагал. Все, тихо. Да, будет еще одна Гера, наверное, побежала. Войт, нажми ним на ману. А вообще не давали же. Не давали? Нету. 3 секунды, это приготовили стаки снять сначала, стаки сняли, потом рдесники все назад отходите. Геру дали, сыграли по этому. Женя, нажми массакру. Милики с фоу хп отбегаете, чтобы вас прохили, не успели. Икшерик выбежал. Мейсон прохил. Наемник, закастуй гимн на ману. Каз вбили, скоро будут стаки. Вначале портал, потом стаки. Наоборот. Гетхелп выбежал. Женя. Челку на челку прохил. Кадама, нажми ФД. Да, усажил.
Сыграйте поворотом. Полинора прохил. Саня, закастуй гимноман, тоже Полинор полностью манчел. И Самолинский залез в Мулинов, когда... Руки выбежали. Катит. Катит. Можно тоже выпадать за то, что он влево уже забил. Да. Стыгбалкой. Он ошибается, блядь. Самолинского прохил. Добиваем или будем этот инфернал убить? Триария выбежал. Да. Добиваем, добиваем. Куда инфернал? Просто появится там, где инферналка, Серега, отведешь в противоположную сторону. РДшники тоже что-то перебегите. Стаки только снимите. Перебегите на другую сторону, сами жми массакру. Мастерал на огонь. Добейте. Запускать? Вот я думаю, что у нас танчить будет сейчас. Саша, у меня два раза зависло, я не знаю, я могу вообще просто отвиснуть. Причем это не лак, это секунд на 10. У меня, Жень, тоже зависло. Почти на минуту. Заходи, Пахлаван, давай бьем еще чемпов, дай. Если что, без меня убьет. Бой, давай в хила тогда. А, нет, на друиде не подойдет. Там нужен с херовым, с хитом, с белым хитом танк. С тебя сорвутся все. Нужен именно вар, либо паладин. Нужен вар, либо паладин с белым щитом. Может, и сорвутся. Ебаните столик какой-то маг. Нажал. Центрика стоил. Давай, заходи. Тогда. Это что по приди гер вообще? Кто брать будет? Как? Кто покал? А, Бахлан, я тебе еще... Тебе еще отдельно с нами паладин надо накисить. Паладин. Не плюсанул. Что, может, чемпов пока поставить, пока подготовки идут? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного... Таня, Зэнь, идёте хилить Пахлавана. Джанг, доставай суккубу. Бля, один лок, ни одного друида. Да, блин. Изморский, ты здесь? Давай я место уступлю. А, Сомалийскому зашел бы обратно. Не пойми, не может Сомалийский быть вместе с Пахлаваном. Что-то один тот же персонаж. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Героев во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Бля, пиздец. Не смотрел. Ладно. Все, больше такие люди точно не попадут. Череп этот. Да, там Великов с той стороны будет. По черепу будем играть. Квадрат нужно будет законтролить. И трусы нужно будет контролить. Квадрат первый контролит определенно, второй контролит джанг, третий бета-тестер. По трусам
бета-тестер, точнее, отправляешь сукубу на плюсы и потом контролит. Топ-хайп, после топ-хайпа полено. По печеньке. По печеньке. По печеньке давай Марсес, после Марсеса, когда Деминист будет, будем подконтроливать там джанты. Ну и масферы будем подбегать и давать. Пати по Ховану дать. Угу. Плюс два ханта есть, тоже можете ледяные трапы подкидывать. Под нами должен быть всегда каток и замедляющий ПТМ. Также никакого ловища, все играют точно по черепу через Геру. Первый дрипнет пойдет Троянский, после Троянского Юи, после Юи Дестройер. Потом Апокалипсис, ну и по очереди так будем. Остальные гриппы оставлять. Если мили какой-то нас сорвется, тоже там от гриппа че отводите, замедляйте. Ставлю рыбу. Кого Жень. Замедлять? Ты так быстро сказал. Печеньку. А, окей. Бета-тестер, пойдешь поставить тотемы для Пахлавана. Жень, иди рыбу поешь, ману восстановишь, половину маны. Гера 3 минуты. Второй раз отдали Гера. Да не будем знать. Сейчас посмотрим, что здесь будет происходить. У нас один лог. С контролем будет пиздец. Декасников до хера. Давай Апокалипсис. X-Freak, запоминайте квадратик, что будете касты сбивать, если видите, что каст идет. Хунган, Дестройер сбивают косты и печеньки. Юй Троянский. Также Джанг с тебя Луну будет изгнать. Можете любую класску, да, обычно выкинуть, как бы не проблема в этом. Так, Андрей, беги, у тебя же загресс. Все, готовность? Готовность. Мы же обсорвали все на Пахлавана. Все готовы. С досок пока никто не выходите. Иди, гриппы. Дальше пошли гриппы. Крест на нас сорвался. Нужно будет крест еще подконтролить. Маг, который контролил квадратик. Ладно, сейчас. На ДЦ игра. Череп. Пахлавана сложила. Падать из одной гера будет. Тебя частицу здесь спалили или что? Ну, походу, я не знаю. Потому что он мне не показывает сразу, когда он здесь спалится. Я не знаю. Не обеспевал, что был здесь. Наверное, здесь спалили. Посмотри, там еще немножко может постоять, там, по-моему, потом хит можно надеть тяжелый. А че, в 2DC идем? Почему в 2DC? Можно и в 2DC этот покер. Главное, чтобы похвала прокидили и законтролить две метки. Квадраты и трусы упадите просто. Типа хапалы не умерли, а умер первый танк, да? Да. Странно. Все, давай и Хунган на замену из морского в рейд. Будет попроще. Я захилил на 7000, через 0,2 секунды его убило. Было 2 секунды захилиться? 0,2 секунды. 0,2 секунды. Ну это нереально, нахуй. Его дохуя людей подебило, миликов дохуя. Дексион пришел. Дексиона можно взять. Плюс они тогда Дексионы.
Может, пока меня может меня заменить, мне как бы ничего с чемпов не надо. Просто надо, пора, я могу, блядь, я могу, блядь, покурить рядышком. Мне не принципиально. Сейчас, иди покури, давай, бег Сиону. Суманите, и из морского суманите. Погоди, ты меня только не убирай пока с рейда. Ты меня менять будешь или нет? Нет, я уже поменял. У тебя есть атмосфера, еще дополнительно будет контроль. Ладно. ДКшников так дохера. Смотрите, Дексиону, кушайте рыбу. Это будет последний босс на сегодня. До 4 не будет, что ли? Ну, мне на работу, наверное, на 4 надо быть. Если кто хочет, там дальше может Валик просто рэбить. Как бы мы по время половины мы босса минут 15 будем бить, как бы оно так и выйдет. Этот. Поставьте шкаф, Джан. Надо Дексиону из морского засмонить. Что там тебя кикает опять из морского? Ну чё, дикий. Давай им обои тогда, ты вместо из морского. Сейчас будет попроще. Три фера. Марсес, смотри, мы с тобой контролим мобов, они могут пойти тоже на танка. Нам нужно будет аккуратно на пол РНЖ подойти и тоже законтролить, если они будут бить танка, либо всего. Потом они сорвутся на нас. Но главное сделать так, чтобы на нас милики не сорвались. Шарит лево, сейчас все милики с этой стороны почти побегали на другую сторону, играем по черепу. Трусы контролят определенно Джанг и вот этот Эстер. Печенику отправляет Дексиона Суккубу. На ромбик отправляет Джанг Суккубу. Квадратик контролит Марсес, Марсес, Эмобой и Полинор. Также свою суккубу отправляет Эмобой на звездочку. Все, погнали на другую сторону. Геру скулу дадим сейчас. Все маги нажмите Frost Armor также. Готовность. Кто-нибудь друидовский базу закиньте, у нас друида нет. Сацуна, бета-тестер, топ-хайп. Там Эрари, АФК тоже. Алло, блядь. Нам на другую сторону. Саня, ты тут? Шнурки или Мейсон с пула, дайте крик на АП. А, кулак висит, ладно, окей. Так тут сорвутся, сразу же начинаем. Дендри, блин. Все, пошли, раздали контролинг. Трусы, квадрат, печенька должны быть законтролены. Я хелп чуть назад вступил. И ауетками не бейте, контролинг не сбивайте. Ё-моё. Печенька кастует. Дальше трусы готовьтесь контролить, диминишинг на трусы, лок. Меня в эфире. Это там еще не стоял? Нет. Черт, ну что стояло? Я ну вот это он, посмотри, там вот валяются. Стоят возле мужика этого. Ну это вайб. Это вайб, да. А что случилось? Сорвались милики, так врага меня развалил. У меня у одного лагает? Либо у еще кого-то? У него одного, у всех лагает. Мне тоже подлагает. Секунда задержка, я щиты кидаю вообще так долго. Ты не кидаешь, перебутай. Хотя пишет пинг 106. Может, Саня, все это? Или еще поправим?
Давай последний трай сделаем, потом вар будет у нас с варом проще. Тогда вар танчит. Не знаю, меня лагает как прям, вот прям. А, вообще классно. Заходите. Со скидки завтра выйдешь? На завтра? Хотелось бы. Давай на ходу. На десятку пойдет кто? В девять. Приходите. Сань, я ком прибуду. Блять, ну почему сейчас? Меня кашнулась игра, обнова качает 9 мегабайт, все, я захожу. Да. Нахуя сейчас с ком прибуду? Изморский, ты тут? Все, давай. Сюда место Кадама. Стокс. Давай, давай. Еще три нолика. Янг, Малары, мы бой, заходите. Будем я зашел. Черт, давай, да. Ты сказал три нолика. Давай, давай, давай. Играем под черепом. Те же люди, которые контрольный квадрат, те же контроли квадрат. Те же люди, которые контролят трусы, тоже контролят трусы. И печеньку. А ты ролл можешь взять или нет? У меня 10 минут мут. Ну, а ролл не пишется, да? Нет. А, есть. Я тут. Да все, блин, иди пока. Сейчас бы на 3К поролил. Давай сейчас на 3К. Давай. Блядь. Он пиздава. Чего вы там ролите? Это темп, все, чик, давай этот темп поставь, иди туда, Кохован. А суккуб на кого? На звездочку, отправь, Джан, ты давай, печенька, эмобой и Бексиона на луну. Обязательно должны быть законтрольные квадраты и трусы, вот эти два персонажа. И печенька в идеале. Тоже. Войт. Давайте погнали. Тебе печеньку. Тебе печеньку. Марсес, ты контролишь квадрат. Иди гриппы, Андрей. Иду. Вы мне что, заменили? Да. Я как бы назад хотел. Марсес, иди. Иди за контроль квадрат. Блять, Оксар, за контроль квадрат. За контроль квадрат следующий кто-нибудь, кто должен. Где нет деминишки. Все, на трусах деминишинг на хекс. Деминишинг на хекс. Изморский, по контролю трусы. Значит, кто-то подошел близко. Нет, не подошел. Ну, блядь, пизду. Ладно, торкли с варом. А ты щит менял, Паш? Во время боя? Я стою. Я с бьем щитом. Делал? Ну давай попробуем покаятись. Примораживайте миликов. Атмосферу отдайте. Не стойте лицом, не танцуйте. Добейте херик вначале. Трусы и квадрат законтрольте главное. Дай БР по эмобою. Изморский. Чё хер дайте? Вары, кто? Еще дайте. Трусы законтрольте и квадратик. Трусы квадрат. Вот эти две метки должны быть законтролены. Остальных кайтите.
Да не, пизда. Не знаю, у нас как-то урона не хватает, что-то, блядь. Дело не в уроне. В том, что бегают все подряд. Мы раньше за Геру спокойно убивали. Тихо. Раньше потому что Петя держал либо второй вар всех медиков на себе. Ладно, пизду. А я держал на себе всех медиков. В один момент они просто развернулись и побежали. Скорее всего, подошел, потому что он пришел очень далеко. Кто-то подошел близко, какой-то... Какая-то мразь. Не видел. Все, устраивай, Ро, не гори. Просто успокойся и пошли нахуй этот Сирус, потому что ебать он подсирал его устроил. Серьезно. Это дизморал, просто тупо дизморал. На это и ВК похер. Но все равно. Если кто хочет убить этого босса, а тут люди виснут, сервак лагает. Лучше не стоит. Уже 5 минут там подумать, покурить или чай попить. Я так полагаю. Сейчас давай шмотки разродим. Понедельник какой-нибудь. Пойдем донесем. Ставьте портал. А ИП за первого босса. Я уже начислил. Не за первого, за второго. Я не улетел, сука. Вроде столько же ИП и было. Да, сегодня минус. Сегодня минус. Четверг.